Всем привет! В эфире «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Карина Саяхова. Я и мои коллеги подготовили для тебя самые яркие новости из мирового и студенческого спорта. Итак, смотри сегодня в выпуске. Студенческая хоккейная лига. КФУ против «Энерго». Фитнес-аэробика на спартакиаде вузов Республики Татарстан. Внутривузовский этап АССК РФ. Финал в настольном теннисе. Обзор матча «Рубина», «Акбарса» и «Уникса». Обзор матча за третье место в дивизионе «Казань» чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Начинаем сегодня нашу программу с хоккея. Казанский федеральный университет продолжает выступать в студенческой хоккейной лиге. Команда Алексея Ливанова в этом году провела уже два матча. Сначала обыграв 21-2 медицинский университет, а после проиграв по буллитам авиационному институту. Следующие соперники – Казанский государственный энергетический университет. О том, как прошел матч, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. К предпоследнему туру регулярного чемпионата студенческой хоккейной лиги сборная Казанского федерального университета подошла с уверенностью взять максимальное количество очков в матче против энергетического университета. С самого начала первого периода КФУ прижимали к ГЭУ, не давая им перейти в атаку. И уже на 20-й секунде счет открывает Роман Телевгулов, забросив шайбу в ворота с левого фланга. Спустя минуту счет на табло становится 2-0 в пользу федерального университета. Максим Хафизов получает передачу от Сулейманова и уверенно отправляет шайбу в ворота. Четвертая минута, и Максим Хафизов оформляет дубль мощным броском со средней дистанции. Энергоинститут явно начал рассыпаться в игре и не смог противопоставить ничего серьезного своему сопернику. На 11-й минуте спортсмены «Энерго» вырвались к воротам соперника, но неудачный пас Булата Гарафутдинова на Руслана Шарафутдинова испортил голевой момент. До сирены на перерыв федеральный университет контролировал шайбу у себя и не давал раскатываться своему сопернику. Во втором периоде КФУ продолжает отрываться от соперника. Всего 40 секунд потребовалось Денису Золотареву, чтобы сделать счет 5-0. Сначала Денис завершил момент с передачами Аманова 4-0, а затем прицельным броском отправил шайбу в дальнюю девятку. Хоккеисты Энергоуниверситета как могли играли от обороны, однако высокий прессинг КФУ им пресечь не удалось. До второго перерыва два раза шайбу в ворота ГЭУ отправил Сулейманов и один раз Леонид Горкин. 8-0. Тотальный разгром. Казалось, что сборная КФУ сбавит обороты, но федералы, наоборот, продолжали давить соперника, доминируя на всей территории площадки. 9-й гол на 7-й минуте забил Равиль Гениатуллин, а спустя минуту Эдуард Мусин устанавливает окончательный счет в матче. 10-0. Казанский федеральный университет набирает необходимые очки перед плей-офф. Глеб Нигматий, Яна Гарипова, Екатерина Лазарева. Неделя спорта. Идем дальше, и теперь мы поговорим о спартакиаде вузов Республики Татарстан, которая на этой неделе продолжила красочно разыгрывать комплекты наград. Почему красочно? А потому что на этот раз сильнейших выявляли в фитнес-аэробике. Кто оказался фаворитом данных соревнований, узнаем в нашем сюжете. В это воскресенье в «Униксе» прошли соревнования по фитнес-аэробике. В спартакиаде образовательных организаций помимо КФУ приняли участие многие другие казанские вузы. Соревнования проводились по нескольким дисциплинам – степ-аэробика, аэробика, аэробика среди группы из 5 человек, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Турнир среди учащихся вузов проходил в 2 этапа – полуфинал и финал. Так, у каждого из 258 участников спартакиады была возможность показать свой уровень мастерства и побороться за призовое место. Спартакиаду торжественно открыла сборная КФУ по фитнес-аэробике своим показательным номером. Первыми на площадку вышли коллективы по степ-аэробике. 6 команд из 5 разных казанских университетов представили свои композиции. Первое место в этой дисциплине заняли студентки КФУ из команды «Крайт» с динамичным номером. Девушки получили золотые медали, оставив коллективы «Стартап» из «Скилл» на втором месте и «Энерджи Тим» из «Энергоинститута» на третьем. Следующими на площадку вышли команды из дисциплины аэробика. Казанский федеральный университет и здесь забрал золото, опередив команды из КГМУ и КНИТУ. Коллективы из КФУ не остановились на достигнутом и завоевали первое место и в категории аэробика 5 человек. После красочных конкурсных номеров наступает очередь хип-хопа. Грациозные позировки на площадке сменились на отрывистые движения, тверк и брейк-данс. В этих дисциплинах приняли участие 9 команд малой группы и 6 команд большой группы. Победу в первой хип-хоп категории одержал коллектив 4+4 из КФУ. Девушки выступали самыми первыми, однако следующие 8 команд так и не смогли превзойти их уровень танцевания. Второе место среди команд малой группы также занял коллектив из КФУ.
В большой группе за первое место серьезно поборолись команды из КФУ и КГУ. Хоть победу в этой категории одержал коллектив из Казанского федерального, у многих зрителей фаворитом осталась команда, которой судьи отдали второе место. Видимо, ошибка в одной из сложных поддержек стоила ребятам из энергоинститута потери лидерства. Турнирный день завершился награждением вузов. Так, среди высших учебных заведений большой группы на третьем месте оказался Казанский государственный медицинский университет, на втором месте Казанский государственный энергетический университет, а на первом месте Казанский федеральный. Среди малой группы победителем стал КНИТУ, а второе место забрала ветеринарная академия. Внутривузовский этап чемпионата ССК России продолжается. На этой неделе стали известны первые представители Казанского федерального университета на республиканском уровне в дисциплине настольный теннис. Наталья Жирнова пристально следила за финальной частью и обо всем расскажет нам в следующем сюжете. Настольный теннис является одним из самых динамичных видов спорта. Поэтому весь турнир в рамках внутривузовского этапа чемпионата ССК России прошел всего за один день. Уже в конце игрового дня стали известны имена победителей, которые будут представлять спортивный клуб Казанского федерального на республиканском этапе. В турнире среди девушек за бронзовую медаль поборолись между собой Фарида Минахметова и Рима Нуриева. На протяжении двух партий Фарида лидировала, и в целом игру нельзя было назвать напряженной. Розыгрыши мяча были достаточно быстрые, мяч часто оказывался в сетке либо за пределами игрового поля. К третьей партии, когда основной счет был уже 2-0, Рима Нуриева все же начала навязывать борьбу своей сопернице. Но выиграть партию так и не удалось, и бронзовым призером женского турнира стала Фарида Минахметова. Более динамичная игра развернулась в финале, в которой смогли пройти Елизавета Перескокова и Юлия Буранбаева. Елизавета уже в прошлом году участвовала в суперфинале чемпионата и стала серебряным призером. Поэтому было интересно наблюдать, получится ли у Юлии Буранбаевой обыграть свою соперницу. Первые две партии Перескокова успешно вырывалась вперед, однако обе спортсменки оказались равны в технике игры. По очкам они шли в минимальном разрыве между собой. Это привело к тому, что в третьей партии Юлия быстро нагнала свою соперницу и с отрывом в 3 очка выиграла третью партию. В четвертом сете Елизавета вновь отрывается от соперницы на несколько очков вперед. Однако Юлия начинает более агрессивно атаковать свою соперницу, и четвертая партия оказывается вновь за Буранбаевой. Напряжение нарастало. Судьба золота решалась в 5-й партии. Было заметно, как спортсменки волнуются при розыгрыше мяча, но в то же время обе были настроены на победу. Они наступали друг другу на пятки в счете и даже пару раз брали паузу. Счет 8-10. Буранбаева подает, розыгрыш мяча и мощным ударом, на который не смогла ответить Елизавета Перескокова, Юлия забирает золото женского турнира. Лиза играла очень хорошо, очень достойный соперник. Мы с ней играли уже не раз и всегда были такие напряженные встречи. Мне с ней приятно играть. В мужском настольном теннисе борьба за третье место оказалась более напряженной. На площадке встретились Александр Наумов и Даниил Наяндин. Наумов является атакующим игроком, поэтому достаточно часто именно своими сильными ударами в центр стола он зарабатывал очки в первой партии. Наяндин же начал отыгрываться только когда счет уже был 6-0 не в его пользу. Несмотря на такое отставание, Даниил взял эту партию за счет резкого рывка с 4 очков до 12. Больше Александр Наумов не позволяет своему сопернику так близко подходить к победе. И следующие две партии завершились со счетом 11-4 и 11-5 в пользу Наумова. В решающей партии, продолжая обыгрывать противника с помощью мощных и резких ударов, Наумов выигрывает со счетом 11-6 и становится обладателем бронзовой награды. А вот финал среди юношей так и не состоялся. Еще до старта игр стал известен победитель турнира – Артур Гениатуллин. Его противник Руслан Зарипов снялся с турнира в день игр и получил техническое поражение. Однако, пусть Артуру и не удалось доказать свое лидерство в честном бою, зато спортсмен получил новый опыт. Он присоединился к команде «Универ ТВ» и прокомментировал игры своих коллег в прямом эфире. В принципе, новый опыт. Здорово. Необычно, но подбирать слова иногда было тяжело. Тем более, когда розыгрыши проходили очень быстро. Вот. Но в целом, думаю, все прошло нормально. Наталья Жирнова, «Неделя спорта». К студенческому спорту мы еще вернемся, а пока обратим внимание на Рубин, Акбарс и Уникс. Сейчас у меня в студии появляется Амир Сабиров. Амир, привет. Привет, Карина. Расскажи, пожалуйста, какие матчи попали в твой традиционный обзор сегодня? Сегодня я расскажу об Акбарсе, который боролся за Кубок Континента, о возвращении в футбольной премьер-лиге и об Униксе. Обо всем по порядку. Передаю слово нашему коллеге Амиру Сабирову. Наш обзор открывает игра Акбарса против Металлурга, которая состоялась 25 февраля в Татнефть-арене.
В случае победы казанцев и поражения ЦСКА в параллельном матче, Акбар смог выиграть Кубок Континента, как лучшая команда регулярки. Магнитка стартует очень мощно. К 11 минуте первого периода гости ведут уже в 2 гола. Сначала швед Филипп Хольм щелкнул девятку ворот Адама Рейдеборна от синей линии. А позднее уже Андрей Чибисов здорово разобрался с вратарем на пятачке Акбарса и добил шайбу в ворота 2-0. Казанцы не собирались сдаваться, и в том же первом отрезке Кирилл Петров после паса Кристиана Хенкеля сократил разрыв 2-1. Во втором периоде хоккеисты не порадовали нас заброшенными шайбами, а в третьем хозяева совершили камбэк. Артем Лукоянов бросил по воротам, а Хенкель отлично сыграл на добивании 2-2. Овертайм не выявил победителя, дело за булитами, в которых все решил реализованный бросок с неудобной от Чибисова 3-2. Металлург выигрывает. Судьба Кубка Континента решилась 27 февраля. В последнем матче регулярки. В гости к Акбарсу пожаловал московский ЦСКА. Матч получился малорезультативным. Единственная шайба побывала в воротах только в середине второго периода. После борьбы у борта шайба оказывается у защитника армейцев Артема Сергеева. И тот, долго не думая, зарядил ее в ворота хозяев. Ассистентом стал нападающий Антон Слепышев. 1-0. Все оставшееся время Акбарс потратил на отыгрыш. Но шайба никак не шла в ворота Ларса Юхансона. И чемпионами регулярного сезона становятся московские армейцы. Впереди самая главная часть сезона в КХЛ – плей-офф, в котором Акбарс сыграет с нижегородским «Торпедо». Ну и не будем далеко отходить от казанско-нижегородского противостояния. На прошедшей неделе «Уникс» провел свой матч против баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Казанцы ничего не дали показать своим оппонентам. Уже с первой четверти дали понять, что в этом матче рассчитывать им не на что. Разгромные 24-3 это подтверждают. Дальше «Уникс» спокойно довел игру до победы 87-56 и приблизился к «Зениту» в таблице. Больше всех очков в матче набрал американец «Уникса» Окара Уайт. 16 баллов на его счету. Ну а следом у нас идет футбол, а именно возвращение российской премьер-лиги. Казанский «Рубин» ждала непростая проверка на прочность в Москве против «Спартака». В первом тайме команды имели отличные возможности забить, но подвела реализация. А самый главный момент первой половины произошел в самой концовке тайма. На четвертой добавленной минуте Роман Зобнин получил вторую желтую, и «Спартак» остался в меньшинстве. На 53-й минуте «Рубин» смог воспользоваться этим преимуществом. Хвичек Врацхелия нашел Деспетовича хорошей передачей между защитниками. И последний не оставил шансов Александру Максименко. 1-0. На 71-й минуте вторую желтую получает уже игрок «Рубина». Оливер Авельдгор свалил на Соболеве и отправился в раздевалку. В равных составах «Спартак» мог забить, но гол не засчитали из-за офсайда. А точку в матче поставил тот же Джорджо Деспетович. Легионер «Рубина» здорово сыграл на добивании после удара Хвичи. 2-0. «Рубин» увозит важнейшие 3 очка из Москвы и продолжает борьбу за еврокубковые места. На сегодня наш обзор закончен. Увидимся на следующей неделе, в которой я также расскажу о самых интересных матчах. Возвращаемся к студенческому спорту. На этой неделе завершился чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». Обе баскетбольные сборные Казанского федерального университета по итогам полуфиналов боролись за бронзовые награды. Наш телеканал показывал игры в прямом эфире. Но если ты пропустил, сейчас мы коротко покажем, как это было. Первыми на паркет вышли женские сборные. Федеральному университету противостояли баскетболистки из Казанского авиационного института. С первых минут матча КАИ начал уверенно отрываться вперед 5-0, но затем ближе к середине первой четверти девушкам из КФУ получилось сначала догнать своих соперниц, а затем и выйти вперед. Но концовка осталась за КАИ 11-15 перед первым перерывом. Во второй четверти обе команды шли бок о бок, не отпуская далеко в счете своего соперника. Но ближе к концу второй десятиминутки КФУ смогли все-таки уйти на большой перерыв с преимуществом в 3 очка. Во второй половине игры сборная КФУ была в роли догоняющих. Авиационный институт без особых проблем отрывался на 5-7 очков. Ход встреч удалось переломить только за 40 секунд до конца основного времени матча. На счете 56-56 авиационный институт начал часто фалить, после чего КФУ исполнял штрафные броски. Итог встречи 59-58 – бронза у Казанского федерального университета. Во втором матче игрового дня мужская сборная КФУ в очередной раз за последние 2 недели встречались с Казанским технологическим колледжем. Первая половина игры прошла полностью под диктовку КФУ. Мячи залетали практически со всех позиций, тогда как у КТК не получалось реализовывать 100% моменты. Первая четверть за КФУ 28-19, вторая 47-39. Во второй половине игры ситуация изменилась. У КФУ в атаке большой процент брака, а КТК наоборот забрасывали практически все и смогли перед последним отрезком сравнять счет. В четверти игра шла на равных. Судьба бронзовых наград решилась только на последних секундах. Итоговый счет 77-72. Казанский технологический колледж – бронзовый призер чемпионата.
А теперь поговорим о чемпионате более подробно. К нам в студию пришел главный тренер женской команды КФУ по баскетболу Вадим Данилов. Вадим, здравствуйте. Я начну с первого вопроса. Насколько тяжелым оказался матч за бронзовые награды с авиационным институтом? Оказался крайне тяжелым. Во-первых, мы до этого проиграли матч в полуфинале с командой КТК. И, соответственно, наверное, немного перегорели из-за этого на матче с КАИ. Я рассчитывал, что мы сыграем гораздо лучше, чем мы сыграли на самом деле. И много сил оставили на эту игру. Чего не хватило в полуфинале в матче с КТК? Я думаю, нам не хватило сыгранности в первую очередь. Потому что многие девочки сейчас уже работают. Им удается совсем немного посещать тренировки. Поэтому нам, вот, наверное, этого не хватило. А с какой из команд в сезоне было вообще труднее всего находиться, играть? Да я бы не сказал, что в сезоне прям игры какие-то были сложные. Мы на каждую игру ставим определенные цели, стараемся их выполнить. Наверное, тяжелее всего играть с заведомо слабым соперником, потому что настроить себя очень тяжело. Угу. А вообще, какую оценку можете дать сезону в целом? Мы должны были играть в финале, поэтому мне кажется, что мы свою задачу не выполнили. Многих зрителей интересовало, что же за таинственное число 22, которое вы выкрикиваете с скамейки. Расскажете? Да, конечно. Это название определенной комбинации. Оно означает, что мы будем играть по всей площадке. Это прессинг, определенная расстановка игроков. Какие планы у женской сборной дальше? Где вы планируете играть? Мы планируем, подаем заявку на Всероссийскую лигу Белова, где пробуют свои силы все команды, лучшие команды студенческого баскетбола. Вот. В том году нам, к сожалению, не удалось поиграть из-за пандемии. Вот в этом году, надеюсь, все случится у нас. Ну, надеемся на лучшее. Спасибо большое, Вадим. Очень было приятно с вами побеседовать. Всегда пожалуйста. На этом все. Наш увлекательный выпуск подошел к концу. Оставайся с нами, мы расскажем тебе еще очень много интересного. С вами была Карина Саяхова. Пока-пока.